Огромная благодарность АФК Films за предоставленную анимационную работу. Ссылки на автора оригинала в описании. Подписывайтесь и передавайте от нас привет. Жаль твоего солдата. Да, спасибо. Мне будет, не хватать этого парня. Он был, один на миллион. Хотя, на самом деле он был гандоном. Не надо быть гуру археологии, чтобы понять, что это ловушка. Капрал? Мне кажется, ты сочтешь моих штурмовиков не менее жаждущими умереть за империю. Я бы назвала их фанатиками. Не так ли? Так точно, мэм. Но я не уверена, что нам стоит этим козырять. Отправь солдата изучить мост. Мэм, я не могу просить своих ребят делать то, что сама бы не сделала. Я пойду на мост. Я не могу вам этого позволить. Ваше командование необходимо для успеха задания. Прошу, разрешите мне идти. Выполняй. Что думаешь? Он споткнется, полетит вниз или... Мне кажется, его что-то столкнет. Камень на тросе? Примитивно, конечно, но возможно. У тебя отлично получается! У тебя не появляется чувство... Как там это слово? Отвращение. Ставлю 10, он и полпути не пройдет. Я в деле. Это тоже, но... Как называется кто-то, чья жизнь стоит меньше коробки белого хлеба? Ебать! Не жданули. Он прошел полпути, кстати. Кто-нибудь видел? Кто-нибудь? Видимо, этот кто-то штурмовик. Встроенный хронометр оповещает о конце смены. Разрешите покинуть пост, сэр! Да похуй, вали куда хочешь. Свободен. Эй, парень. Не упустишь шанс посмотреть планету? Нет, сэр! Мое свободное время занимает изучение боевых рапортов и прослушивание подкастов Императора, сэр! Ебануться, небось и дрочишь на него. Здесь есть пустынное место, я бы хотел его тебе показать. Сэр, я... Не заставляй из этого делать приказ. Да, сэр, с удовольствием составлю вам компанию в рекреационной разведке местности, сэр! Заебись, думаю, эта прогулка разделит твою жизнь на до и после. Ловушка с ямой была просто жесть. Да не говори. Походу, ребятам, которые ее делали, показалось недостаточно просто упасть туда, так они еще и натянули колючую проволоку. Но бассейн с кислотой уже перебор. Зато эффективно. Самоочищающаяся ловушка. Базаришь. Вот эти два столба жопу ставлю биометрические замки. По руке на каждый, и они покажут голокрон. Или станут причиной смерти. Штурмовички! Тяжкий груз тащит на себе солдаты, да? Быть частью этой гигантской военной машины, содействовать ей во всех ее хотелках, и иногда даже, зная, что ты просто... мелкий болтик в этом механизме, пытаться что-то изменить. Кладите руки на оба столба одновременно, но будьте готовы умереть. Сработает? Угу. И уходит много времени на то, чтобы перейти к осознанию одного факта. Тебя, сука, заменят. Если ты сдохнешь, всем будет поебать. По тебе никто не будет плакать, а просто такой же полуробот, которому также насали в уши, тебя заменят. Да, они перестали копировать тела, но теперь они копируют разум. И, по-моему, это гораздо хуже. Не тяните. Я думаю, поэтому нам нельзя снимать шлема. Чтобы этим пидорам было гораздо проще забыть, что под ними живые люди.
Ведь если бы они помнили, они бы не просили нас делать все эти ужасные вещи. Солдат, защищай меня! Уничтожь врага! Уничтожь его во имя Императора! Мы не должны этого делать! Да, должны! Мы следуем приказам! И я хороший солдат! Я делаю то, что мы умеем лучше всего! Я буду скучать! Я не понимаю, сэр! Потому что ты хороший штурмовик! Какого? Ой, попробуй еще разок. О нет, как же так вышло? Кажется, прицел немного отклоняется влево. Завязывайте. Да, странно, мы вроде калибровали. Пожалуйста, перестань двигаться, я не могу попасть. Стереотипы о штурмовиках. Хватит. Выглядит как дырка моей бывшей, сэр. Говорят, кто упадет в эту дырку, будет тысячелетиями перевариваться заживо. Я тоже не люблю торопиться со своим пайком, сэр! Ах, блядь, сынок, ради бога, не начинай мне нравиться. Это не мы, это вы отразили снаряд. Ты промахивался специально. Никак нет. Я старался изо всех сил, чтобы уничтожить этого негодяя. Так же, как и я, мы. А вас обоих будет доложено. Я протащу рапорт через самого Палпатина. Ваши позывные? ТК Отсосимэм. А, буквенные позывные, я о них слышала. А ты? Такару, мэм. Очень жду, что вы также представитесь императору. Только не это. За мной, Такару. Что ж, похоже, нам тоже пора валить. Темный лорд будет очень зол, да, мэм? Да, но от поджаренный всегда зол. Это типа его фишка. ТК Отсуси, красава. Отличное место для того, чтобы избавляться от врагов Империи, сэр! Как та маленькая девочка! Полагаю, она бы даже не... Завязывайте! Завали ебало там свое, блядь! Такая, мэм. Ах, вы ублюдки, мать твою! Решили лезть ко мне, говно собачье, а не тот текст. Лол, мэм. Меня Настя зовут, чего пристала? Ну, бля, что ты доебалась, нахуй? Иди отсюда. Вспоминаем первый сезон. Хочешь, покажу пенис? Хочешь, покажу пенис? Не упустишь шанс посмотреть мою пипиську? Нет, сэр! Мое свободное время занимает изучение боевых рапортов и прослушивание подкастов Императора, сэр! Ну иди ты нахуй, чиж бы не отказался! Ты же будешь моей сучкой? Сэр, я... Слушай, давай будем считать, сколько осталось вью до полного бана. Конечно, бля. Неправда адекватная. Темный властелин будет очень...
У нас это расовое разнообразие, сука. Почему-то тебя только в одну сторону. Ебать, боком вылили, сука. Ну да, две стороны медали, блядь. Как раз. Блядь, медаль шоколадная, блядь. Хуя! Лови маслину! Сечку ты испугал!